Первые выходные декабря в краевом центре будут теплыми. По прогнозу синоптиков, ночь на субботу столбик термометра покажет около минус 7. Но днем воздух прогреется до плюс 1 градуса. В воскресенье и вовсе ожидается до плюс 4. Возможны осадки в виде снега, переходящие в дождь. В ночное время от минус 8 до минус 10 градусов. На дорогах будет скользко, а вот на следующей неделе погода существенно не изменится. Правда, в понедельник, 7 декабря, станет чуть прохладнее. Ночью около минус 7, дневные температуры составят от минус 2 до минус 4. Однако уже к среде вновь может потеплеть до 0. В целом, в выходные дни температурный фон будет превышать климатическую норму на 10-12 градусов. Это большое превышение. Ну и о погоде в дальнейшем коротко. То вместе с ветром, а ветер будет все время юго-западного направления, а такое направление ветер приносит нам всегда тепло. В дальнейшем, в понедельник и во вторник мы ожидаем некоторое похолодание, а потом снова вернется тепло.